Челябинске 16-летний подросток сбежал из интерната и сейчас находится в розыске. 16-летний Александр Данилов был одет в голубую куртку и черные кроссовки. Где он прячется, неизвестно. Оперативники просят позвонить всех, кто что-либо знает о его местонахождении. Также в металлургическом районе ушел из дома и не вернулся 59-летний Хисамдин Фафаризов. Родственники ищут его уже 3 года, но пока все безуспешно.